Пока звучит гимн Одессы, мы воспользуемся возможностью попрощаться с вами, друзья. Больше 12 часов с вами находились Ирина Коробко и Антон Равицкий. Мы были рады помогать вам увидеть самые интересные события города, которые на сегодня были назначены. Мы старались по вам рассказать все то, что происходит на улицах. Наши журналисты, сбиваясь с ног, неслись туда, где происходит что-то по-настоящему интересное. Они даже танцевали с Ингрид для вас. Да. Поэтому мы вас благодарим за то, что вы были весь день с телеканалом «Новая Одесса». Это радость и гордость для нас быть вашим окном в мир этого сегодняшнего праздника. Вот. Мы благодарим за то, что вы звонили на нашу горячую линию, за то, что вы подходили к нашим журналистам в городе, за то, что передавали поздравления нашей любимой Одессе, одесситам и всем-всем-всем. Благодарим опять-таки снова всю команду телекомпании «Новая Одесса», которая нам помогала, нас поддерживала всячески, которая была все эти 12,5 часов с нами в прямом эфире. Я думаю, что это такой своеобразный маленький рекорд, которым мы можем, наверное, гордиться, которым может гордиться «Новая Одесса». Этот праздник мы устроили специально для вас. Все было сделано для вас. Мы работали для вас, и мы очень надеемся, что вам понравилось. Давайте будем беречь Одессу, давайте будем сохранять Одессу. И я вижу Наталью Чеховскую. Да, давайте дадим шанс попрощаться ребятам. Они заслужили сказать вам, одесситы, как они рады были быть сегодня вместе с вами. Всего вам хорошего. Отдаем вас ребятам и звукам гимна. И дождитесь обязательно праздничного фейерверка. Ты всегда красива, ты всегда любима, ты всегда молода. Счастья тебе. И чтобы твои дети тебя только-только любили и уважали, и делали лучше. Дорогая Одесса, мы тебя очень любим. Именно поэтому мы были сегодня с вами в прямом эфире на этом безумном, безумно красивом, безумно интересном, безумно талантливом марафоне. Не знаю, аппетитов очень много, эмоций очень много. Нужно идти домой, все осмысливать. Ну а подробности в пятницу в прайм-тайм с 5 до 10 вечера. Не пропустите. С вами были, как обычно, Наталья Чеховская, Александр Лотарев и Николай Покровский. Одесса, мы тебя любим. Сейчас будет праздничный фейерверк. Это как раз то, что мы обещали, то, чего ждали, и я думаю, что ждут все одесситы. Те одесситы, которые сейчас не на Потемкинской лестнице, те одесситы, которые сейчас дома у своих телевизоров, и которые были эти 12,5 часов вместе с нами. Я надеюсь, что мы сможем быть участниками этого красочного шоу. Да мы можем даже сами себе потихонечку начинать готовить. Давай. Настроились.